объяснить проблемы в раскрытии тибетского искусства, которые вы отметили, они были, они сохранились до настоящего времени и останутся на будущее. Это действительно сложный предмет. Мне пришлось общаться с тибетологами, которые действительно прекрасно знают тибетский язык и тибетские тексты. Они приезжают сюда на выставку тибетского искусства, и среди отобранных танок были танки из кабинета Рериха. В связи с тем, что я сразу же всегда всех предупреждаю, что тибетским искусством я не занимаюсь, в связи с тем, что нет времени, а это, в общем-то, особая специальность, требующая серьезного подхода. И все-таки при встрече они обратились ко мне с вопросом. У них было изображение голубого святого на одной из станок Юрия Николаевича Рериха. Вопрос был задан прям. Не могу ли я сказать, что это такое? Потому что они нигде не нашли ни в одном справочнике по тибетскому искусству о святом, одетом в голубые одежды и изображенного в голубом свете. Тогда я ответила, что я не знала. Тем более, что я имела дело с ведущими тибетологами Европы. Вы представляете, какой это высокий уровень знания не только тибетского искусства, а вообще всей тибетской цивилизации. Прошло много времени. Сейчас я работаю над расшифровкой тибетского текста «Калачатра танки». И сейчас я могу сказать, что был изображен на одной из станок Юрия Николаевича Рериха. Это две расшифровки. Он имеет название астрономической планеты. Это Сатурн. Сатурн, который на тибетском языке обозначен как лицо, одетое и носящее голубые одежды. Это уже расшифровка. На самом же деле, с какого слова тибетского я вышла на расшифровку Сатурна? Оказалось, что это Брахма. По-тибетски это Дзампа. И вот Брахма, он-то и одет во все голубое. А поскольку я имею дело сейчас только с астрономическими текстами, то вот при расшифровке выяснилось, что Сатурн, одетый в голубое одеяние, представляет из себя цвет Земли, которая имеет с точки зрения уже известной наших космонавтов, побывавших за пределами Земли, что Земля носит, имеет голубой цвет. Благодарю вас за внимание.